Здравствуйте! Давайте разделим 7182 на 42. В отличие от предыдущих примеров, сейчас нам нужно разделить на двузначное число, но принцип деления остается прежним. Сколько раз 42 содержится в 7? Ни разу. Берем еще значение из следующего разряда. Сколько раз 42 содержится в 71? В 71 42 содержится один раз. Обратите внимание, когда мы говорим, что 42 содержится в 71 один раз, то мы подразумеваем, что 42 содержится в 7100 раз. Единица должна быть в разряде сотен. Вернемся к делению. Итак, 1 умножить на 42 – это 42. Вычтем 42 из 71. Посчитаем столбик с переходом через десяток – заимствование. Мы не можем отнять 2 от 1, поэтому позаимствуем единицу у 7. Здесь тогда будет 6, а здесь 11. 11 минус 2 – это 9, а 6 минус 4 – это 2. Значит, 71 минус 42 – это 29. Идем дальше. Сносим 8, значение в следующем разряде. Здесь уже будет не так просто, поскольку делим мы на двузначное, а не на однозначное число. Сколько раз 42 содержится в 298? В данном случае нужно уже анализировать, подбирать значения, на глаз определять, сколько раз 42 содержится в 298. Если вы ошиблись, то берите следующее значение или предыдущее, и так до тех пор, пока не подберете правильное. Допустим, вы предположите, что 42 содержится в 298 9 раз. Если вы умножите 9 на 42 и получите число больше 298, то тогда возьмите не 9, а 8 или 7. Если же вы предположите, что 42 содержится в 298 три раза, и когда вы отнимете от 298 произведение 3 и 8, получится число больше 42, то в таком случае попробуйте взять не 3, а 4 или 5. Ну что ж, возвращаемся к нашему примеру. Сколько приблизительно раз 40 содержится в 300? Приблизительно 7 раз. Итак. 7 умножить на 2 – это 14. 7 умножить на 4 – это 28. 28 плюс 1 – это 29. Очень близко. Вычитаем. Обратите внимание, 294 меньше 298. 298 минус 294 – это 4. А 4 однозначно меньше 42. Теперь сносим 2. А сколько раз 42 содержится в 42? 42 содержится в 42 ровно 1 раз. 1 умножить на 42 – это 42. И, как вы видите, остатка у нас нет. Таким образом, 7182 нацело, то есть без остатка, делится на 42. 7182 делить на 42 – это 171. Вот мы и справились с заданием. На этом все. До скорых встреч!